понятно, что если по игре брать, то как не предупреждал и не, скажем так, настраивал футболистов на то, что прежде всего нужно забыть прошлую победу. И понятно, там лидер был, сейчас команда чуть ниже, которая находится, то есть, что нужно всех, все команды уважать, и несмотря как они там нам противодействуют, нам нужно с полной самоотдачей проводить матчи с первой минуты. К сожалению, пока мы не пропустили, пока не удалили Гаглоева, то есть абсолютно отсутствие борьбы, жажда вот этих выигрышей единоборств привело к тому, что в основном теряли мячи, никто их не подбирал, во всех единоборствах уступали, и из-за этого соперники убегали в быстрые ответные атаки и там создавали моменты. К сожалению, около наших ворот, около ворот соперника, там была полнейшая тишина. Понятно, что когда счет стал 0-1, когда удаление прошло, то есть зашевелились чуть-чуть. Ну и самое главное, что, наверное, все-таки, не знаю историю полностью сахалинского футбола, но три раза отыграться в 10-ром, еще и выйти вперед, наверное, можно сказать, что за второй тайм ребята должны получить звание Героя Сахалина, потому что действительно такое даже в моей практике, ну, в моей тренерской практике, естественно, не было. Ну и так посчитать в мировой, возможно, были такие ситуации, но все-таки это что-то невероятное. Уже с начала второго тайма выпустили, что хотя бы мы и мы и были в меньшинстве, сразу выпустили второго нападающего, Ситенко. Буквально через какой-то момент мы выпустили третьего нападающего, Холодилова. И, по сути, играли, ну, кстати, на одного человека меньше в три ярко выраженных форварда. То есть риск был сумасшедший. А если бы еще не пропускали в процессе этих всех перестановок, было бы вообще хорошо. Ну а так все-таки за счет замен, за счет, понятно, что до завтра, плюс опять же опытные футболисты, в лице там, которые оставались на поле, там Коломыц, Зотов, Алахвердов, естественно, подстегивали весь, ну, вот этот, всю эту молодую поросль и давали им там постоять. Поэтому, в принципе, это как бы вылилось в результат. Вот это у нас проблема такая, что когда на поле Александр, то есть понятно, что он привлекает все внимание, то есть он как бы лидер команды, и в основном все идет, его ищет передачами. То есть мы немножко оскудняем свой атакующий потенциал. Ну, зато сейчас показали, в принципе, я думаю, что всем болельщикам, что, в принципе, без Гаглоева мы можем момент реализовывать, потому что, в принципе, ему нужно тоже задуматься о своем поведении, как бы то ни было. Потому что, ну, это, естественно, это как бы безобразие. Он будет разговаривать с ним, парень взрослый, я думаю, что поймет, что так больше нельзя поступать и, во-первых, подводить своих партнеров. То есть они выдержали сегодня 150% нагрузку на себе. Вторая игра, то есть партнеров нужно жалеть. Ну, естественно, и мы же играем для болельщиков, то есть, которые пришли за победой. Ну, а просто, опять же говорю, чудо, что, ну, так вот все случилось. В первом тайме произошло жесткое столкновение. Не очень хорошо, к сожалению. Скорее всего, небольшое сотрясение. Ну, врачи там, в принципе, пока не дают таких прям уж плохих прогнозов. Ну и все-таки мы надеемся, что к выездным матчам нужно дойти. Но если и нет, у нас есть второй вратарь, поэтому на сборах, в принципе, играли они одинаково, а уровень сопоставим, поэтому, в принципе, я не вижу никаких особых проблем. Не готов я обсуждать все судейские решения, потому что это надо действительно разбирать. Ну и не в моей компетенции, если честно. У меня будет очень много вопросов именно по игре нашей команды. Понятно, что, я говорю, немножко подразвалилась игра, ну, из-за того, что мы в меньшинстве, надо сравнивать, то есть получается такой легкий сумбур. Ну, а по началу игры, еще раз повторюсь, конечно, это хорошо, что удалось как бы из этой ситуации выйти.
Ну, я думаю, что для всех уже сейчас будет понятно, что так больше начинать нельзя никогда. Просто скажешь, что на матч Манчестер Сити стал. А я, кстати, когда 3-2 мы проигрывали, я еще был момент у нас, я такой, думаю, может быть, действительно, и у нас так получится. Вот честно, вот я... были такие мысли. Ну, мы стремимся к этому.